так как, значит, ну, в принципе, у нас все готово. У нас есть приставка Sony PlayStation 3, у нас есть два джойстика, одного достаточно. Значит, ну и, значит, есть у меня вот такая портативная колонка JBL, не оригинал. Значит, берем кабель от монитора, подключаем к вот этому разъему. Сейчас я подключу. Так, вот. Значит, вот этот микро USB я подключаю к PlayStation в USB выход. То это, скорее всего, провод для питания вот этого вот переходничка. Дальше подключаем аудиовыход. Так, включаем монитор. Так, включаем приставку. Обычный мониторный. Сниму, идет кабель микро USB. И идет переходник для аудиовыхода на наушники. Ну, пошли пробовать. Ура, появилась заставочка. Последнее выключение было, видно, сделано неправильно, так как, видите, драйверка обновления файлов системы. Ждем. Скулит динамик, непонятно. Что-то его глючит. Ну, пока выключу. Ну, короче, в принципе, все получилось. Сейчас загрузится, посмотрим, как это все будет выглядеть. Да, почему вот этот противный писк был? Оказывается, ну, такого никогда, честно говоря, я не видел раньше до этого. Но у меня телефон был по Bluetooth подключен к этой колонке. Вообще, в автоматически, ну, до этого, когда я подключал телевизор, например, к ней, такого никогда не было. То есть, он конфликтовал с двумя, получается, устройствами, которые были подключены. Вот это первый раз. Обычно он автоматически переключается там, на AUX, либо на Bluetooth. Какое устройство ты используешь. Если подключаешь кабель, то он автоматически отключает Bluetooth. Если ты подключаешь Bluetooth, то как бы отключается кабель. Вот это первый конфликт, который я увидел на ваших глазах. В принципе, я отключил на телефоне сейчас функцию Bluetooth. Блин, нормально, замолчало. Вот, ну, будем надеяться, что появится звук. Итак. Игра все загружается. Вот. Ну, она достаточно емкая, там, по-моему, где-то порядка 60 гиг. Вот. Ну, и первая загрузка всегда, когда идет, ну, она идет достаточно неприятно долго. Так, вроде как все. Сейчас проверим, какой у нас джойстик рабочий, подключенный. Ага, вот этот. Так, ну, звука по-прежнему нет с колонки. Удивительно. Сейчас попытаемся еще раз переподключить. Так, звук на максимум. И
ничего не поменялось. Вот. Так, давайте я попробую сейчас принести другой кабель аудио. Итак, возвращаемся обратно к нашему подключению. Я поменял колонки. То есть, вот я выключаю для наглядности полностью. Шнуров нету. Подключил вот эти вот свенговские колонки. Вот, подключил их в тот же самый разъем. Звук такой же остался. Не знаю, в чем эта проблема. То ли у них распайка, распиновка неправильная. Ну, либо как бы в приставке все нормально. До этого никаких вопросов не было. Сейчас выйдем с игры, посмотрим основное меню. Может, как-то можно посмотреть настройки. Так. Вот эти страшные звуки. Так. Да, может быть, в настройках аудио. Настройка звука. Ну, конечно же. Выходим. Ужасный треск. Так. Многоканальный звук, клавиш. Ну, в принципе, ничего мы тут. Так, настройки вывода. Ага. Так, выберите разъем ТВ. Усилитель АВ. Давай попробуем, может, автоматически. Так. Не, что-то появился звук какой-то в колонках, а ну. О, это радует. Так. О, вуаля, все получилось. Ребят, это супер. Это супер, это отлично. Это можно где-нибудь взять с собой эту плойку куда угодно, поехать, взять, подключиться к монитору, там, я не знаю, к маленькому телевизору. То есть, в принципе, ну, если нету, конечно, выхода. HDMI, блин, настолько классно, настолько супер, блин, я доволен. Спасибо большое за просмотр, за мои баги, всем пока.